Раиса Лиджиева шьет национальные костюмы с 80-х годов. Началось все с обычного костюма для своей дочери. Далее в 90-х начали поступать заказы от творческих коллективов. Швея рассказывает, что в месяц приходилось шить по 18-20 костюмов. Сегодня женщина уже на пенсии, годы дают знать о себе. Изготовление калмыцкого наряда дается ей с трудом, однако ее дело продолжает дочь. Благодаря ей о национальных нарядах узнали далеко за пределами республики. Заказы приходят из США, Канады, Чехии. По словам Лиджиевой, фестиваль тюльпанов, который проходит в республике целый месяц, дает возможность туристам более подробнее познакомиться с нашей культурой. А для калмыцкого производителя это не только доход, но и расширение клиентской базы. С Южноафриканской республики приезжала делегация к нам сюда, в Элисту, в Калмыкию. И вот один, значит, костюмчик вот такой у меня взяли как сувенир, а другой один купил своей дочери. Вот так вот. А ты так по Калмыкии кругом разошлись у меня, говорят, мои костюмы.